Вы смотрите канал «Улица Москвы». Находимся мы в районе Коптева. И здесь вот в окрестностях улицы Приорова, Центрального института травматологии и ортопедии имени Приорова, а также Тимирязевского лесопарка, проходит улица под названием Новая Ипатовка. Название так она свое получила по существовавшей ранее здесь деревне Ипатовка, близ станции, ну, Подмосковный или Красный Балтиец. Наверное, пассажиры знают станцию под названием Красный Балтиец. Ну, вот эта улица, она сначала делает петелечку такую вот, а потом идет мимо, ну, прям по опушке леса, считай. Ну, вот прогуляемся сейчас по этой улице, по этому зеленому микрорайончику. Здесь домов нету, вот они все к улице Приорова относятся, я имею в виду домов, числящихся непосредственно по улице, но Новая Ипатовка. Ну, они находятся с другой стороны улицы. Сейчас мы посмотрим тут. Дальше нету. Пойдем по этой стороне. Походу вышли к границе Тимирязевского леса. Потом еще по Большой Академической 20Б. Удобно, можно погулять в лесопарк сюда.
Ну, такая немножко странная форма у этой улицы. Такую петлю сначала делает, потом еще поворот будет. По сути, сейчас обходим вокруг этого ЦИТО. Так, и вот вроде бы здесь влево на этом повороте у нас продолжится улица Новая Ипатовка. Вон наш 23-й дом или на следующем повороте. Сейчас, нет, наверное, не здесь. Наверное, дальше все-таки. Вот такая вот улица. На задворочках она несколько располагается. Вот тоже такая есть улица. Мы сейчас идем к пересечению с улицами Космонавта Волкова, опять того же Приорова. Должен быть еще где-то поворот улицы Новая Ипатовка. Это, скорее всего, подальше будет. Так. Что на местности я здесь не скажу, что прям так хорошо ориентируюсь. Вот он поворот, как раз вот он поворот улицы Новая Ипатовка. Сюда еще заглянем, безусловно. Там уже лес Тимирязевский. Вот в Москве, в каждой, наверное, части города есть свой лесопарк. На севере Тимирязевский, на западе там Филевский, Москворецкий,
на юге Битцевский, ну, на востоке там Измайлово, Лосиный остров. Вот здесь. Так. Если вы едете на электричке между Гражданской и Красным Балтийцем, то вы этот лес видите. Там вот улица еще, вот реально по пушке пройдет. Дойдем до туда, чего нет. Тоже интересно туда заглянуть. Я думаю, такой уголочек, который только местные знают. Жилищник района Коптева, база дорожной техники и прочие хозяйственные техники. Только почему лес огорожен забором, непонятно. Здесь гаражи, гаражи вот дальше. С одной стороны гаражи, с другой стороны лес. Полиция заехала. Ладно, будем закругляться. Такая вот улица есть в окрестностях Красного Балтийца. Называется Новая Ипатовка.